Ребята, всех приветствую на канале. Сегодня рассмотрим, как установить драйвер на видеокарту ноутбук Asus X54H. Видеокарта, бирочка висит Radeon HD7470M на 1 гигабайт. Значит, давайте еще посмотрим сзади, что мы имеем. Ноутбук Asus модель X54H. Значит, ребята, стандартные драйвера, которые идут в комплекте с диском или которые вы можете скачать на такую модель ноутбука, если вы их установите, тогда у вас будет черный экран. Если вы это уже сделали, тогда вам нужно зайти в безопасный режим и сделать откат или удалить драйвера, которые вы установили. Значит, ребята, смотрите, в чем проблема, в чем причина. Скачайте такую программу AIDA64, бесплатный функционал, который там действует 30 дней, вполне достаточно для того, чтобы выяснить, какая системная плата на самом деле стоит в данном ноутбуке. Заходим в системная плата, и здесь есть также вкладочка системная плата, и как видим, системная плата стоит K54HR. Сейчас приблизим. K54HR, то есть не X54H. Значит, теперь, друзья, открываем браузер. Как видите, стандартные драйвера на этот ноутбук, на эту видеокарту становятся, но изображение получается корявые. И для этого, значит, открываем браузер и в адресной строке пишем Asus, еще раз смотрим, K54HR. Дальше выбираем драйвера и утилиты. Здесь выбираем тип операционной системы. У меня стоит 7-32-битная. И качаем вот VGA Drivers Download. Идет загрузка. Значит, я уже его скачал, ребята. Разархивируем его. И здесь выбираем Setup. Выбираем «Да». Дальше выбираем «Установить». Ставим «Быстрое». Далее принимаем «Да». Есть, идет процесс установки программного обеспечения для данной видеокарты. Есть, программа завершила установку, нажимаем «Готово». Требуется перезагрузка, да, давайте перезагрузим. Значит, друзья, смотрите, драйвер установился нормально, изображение уже не такие корявые, как были до этого. Разрешение максимальное стоит. Все, друзья, значит, проблема была в чем? В том, что системная плата на ноутбуке Asus X54H стоит не такая, как написано на самом ноутбуке. Ребята, надеюсь, что это видео будет для вас полезным. Обязательно подпишитесь на мой канал, оцените видео пальцем вверх. Всем удачи и пока!